Казанский федеральный университет прибыли представители компании Trimble, наиболее известный как разработчик и мировой лидер внедрения технологий GPS. В этот раз поводом для встречи стала передача нового оборудования в дар Казанскому университету. Компания Trimble производит одни из лучших в мире приборов. И так уж сложилось, что вот мы с ними давно дружим, они нам помогают в учебном процессе. Постоянно мы получаем от них подарки, вот как вот сегодня же, да, они вручили нам самый новейший спутниковый, значит, прибор спутниковой геодезии R10, вот, очень хороший прибор, суперсовременный. Используя эти приборы, мы обучаем студентов, проводим научные исследования, даже проводим какие-то хоздоговорные работы. Компания Trimble и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве еще в 2013 году. В его рамках компания предоставляет университету скидку на закупку оборудования, а часть новых технологий и программного обеспечения передается университету безвозмездно. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.